Привет, друзья! Подписывайтесь на Телеграм, становитесь спонсором на Ютубе кнопкой «Ссылка под видео». Владимир Баля отправился в Россию вместе с представителями Нацагентства по безопасности пищевых продуктов для поиска решений относительно российского эмбарго на сельхозпродукцию из Молдовы. Баля заверил, что власти предпринимают всевозможные законные меры для урегулирования ситуации. «Я пригласил господина посла в министерство и провел с ним беседу, направил письмо в Россельхознадзор, после чего на следующей неделе у нас будет выездная поездка вместе с торговым представителем РФ. Я также поеду, чтобы изучить ситуацию по одному из факторов, изложенному в письме РФ. Ждем решения и окончательного анализа АНСА, после чего поедем в РФ. Поедут представители АНСА. Я тоже поеду», — сказал Боля в передаче на телеканале ТВР Молдова. Напомним, с 15 августа Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз сельхозпродукции из 31-го региона Республики Молдова. Добавим, что вице-премьер-министр Спыну заявил, что страна ведет переговоры с Азербайджаном и Румынией о закупке природного газа. Об этом заявил Спыну в эфире частного молдавского телеканала TVC21, передает Европравда. Знаете, у молдаван есть поговорка, что нехорошо держать яйца в одной корзине. Суть этой поговорки в том, что за 30 лет независимости мы попали в зависимость от одного источника энергии, сказал вице-премьер Молдовы. По его словам, Азербайджан и Румыния – это страны, из которых можно в сжатые сроки импортировать природный газ. Операторы природного газа этих стран предлагают лучшую цену на газ, не выдвигая условий для Молдовы. Мы находимся в кризисной ситуации. Мы точно не знаем, когда подпишем эти контракты. Мы, конечно, хотели бы сделать это как можно быстрее. Условий нет. Мы никогда не предпринимали их, тем более политических, добавил Спыну. По словам вице-премьера Молдовы, страна стремится заключить долговременный контракт, рассчитанный на 10-15 лет. Формула, предварительно согласованная с Азербайджаном, лучше той, которая была заключена с Газпромом. Легко сейчас играть в популизм, говорить, что у нас была хорошая цена на газ, когда она составляла $100 за 1000 кубов. И совсем другая ситуация, когда цена составляет $2000, добавил Спыну. Он также анонсировал намерение правительства Молдовы сократить потребление газа в зимний период. В то время как обычно в октябре-апреле страна потребляет 800 миллионов кубов голубого топлива, этот показатель можно уменьшить до 600 миллионов, в том числе путем добровольного уменьшения потребления на 15%. «Мы считаем, что можем легко пережить зиму с объемами в 500 миллионов кубов», — добавил Спыну. Кроме того, директор «Молдовагаз» Чебан объявил, что на будущей неделе отправится в Питер, чтобы встретиться там с представителями «Газпром». Об этом он рассказал вечером 7 сентября в эфире телеканала Н4. Чебан не исключает, что ему предстоят переговоры, в том числе с директором «Газпрома» Миллером, если у того найдется на это время. «Интерес в том, чтобы у нас был газ, нужный объем и постоянство», — сказал Чебан. Он отметил, что на переговорах речь пойдет о продолжении действия контракта поставки газа в Молдову. И после 1 октября и о том, что для запланированного правительством аудита «Молдовагаз» нужно еще время. Чебан также уточнил, что готов отправиться на переговоры вместе с вице-премьером Спыну. Глава «Молдовагаз» также похвалил Спыну за кризисный менеджмент. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайк.